В эти выходные в Ульяновске торжественно открыли сезон фонтанов. Праздничная церемония прошла, пожалуй, у самого посещаемого фонтана города – Света Музыкального. Вместе с горожанами и гостями города представители администрации дали команду на пуск фонтана. По случаю открытия сезона на площади был организован небольшой концерт с участием творческих коллективов, ходулистов, танцоров и велосипедистов. Вместе с фонтаном на площади столетия Ленина заработали остальные 13. Три на реке Свияга, а также на бульваре Новый Венец, в парках Владимирский сад имени Матросова, в скверах Экран и имени Яковлева, а также на площади возле киноконцертного зала «Современник». Кстати, по словам главы города Сергея Панчина, в следующем году их количество увеличится. Мы сегодня смотрим для того, чтобы уже со следующего года и приумножить эти фонтаны в городе Ульяновске. У нас очень замечательные планы, и я уверен, что горожане при обсуждении примут тоже решение, где какие новые фонтаны установить уже в следующем году. Один из главных атрибутов теплого времени года будет радовать жителей до глубокой осени. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.